Здравствуйте, друзья! Привет! Рады приветствовать вас на канале. И сегодня мы выбрались вот в зимний лес, пожечь костер, чаек попить. Тут вот сушину нашли такую нормальную. Дров хватит вообще хорошо. А топор-то мы взяли? Топор нет. А как же мы без топора? Как мы будем дрова-то заготавливать? А заготовить дрова нам поможет магазин Forest Ram, где я недавно побывал и приобрел вот такую штуку. А что это такое? Пила. Пила карманная, смотрите. Вот ну, так как... вот. А как же может пила поместиться в такой маленькой коробке? Как и домработница в телевизоре. Вот эти толстые домоучительницы хотят залезть в самую маленькую коробочку. Ничего не получится. Вот такая коробочка. Написано, пила карманная для рыбаков, охотников, туристов. Смотрим. Вот. Это ручки такие. Я ее еще не собирал, не смотрел. Так, это бумажка ненужная. А вот сама пила. Смотрите. Держи ручки. Вот сама пила. Вот она такая, как цепь. От бензопилы сложено. Вот так раскладывается. Вот. Все продумано. Вот. Ставятся ручки. Сейчас мы поставим. Вот смотрите, такие вот зубья у пилы. Сейчас покажу, чтобы было видно хорошо. Вот. Зуб разведенный. Нормальный, как у настоящей пилы. Все. Ставим ручки. Ставятся они оригинально, быстро. Вот продевается петля. Заводится ручкой сюда. И все, она на месте. Готова. Готова к использованию. И также вторая. Все. Попробуем сначала попилить в одного, а потом как оно вдвоем будет. Для меня новый инструмент, я таким не пользовался, но вот решил попробовать. Длина пилы отрегулирована, видимо, что как раз хватает на то, чтобы ее продернуть. О, немножко остановился и все. Поэтому, когда пилишь, лучше не останавливаться. Может быть, попробуем вдвоем? Давай попробуем вдвоем. Так. Держи. Магазин Forest Ram. Производство, продажа, прокат турснаряжения в Перми. Возможна доставка по России. Отличное качество, бюджетные цены. Да, вдвоем значительно удобнее, потому что угол не настолько крутой. Пилить непросто. Так. Она такая еще новая. Тяжело? Да, не просто. Но пол дерева мы уже сделали. Но что интересно, вот сейчас вроде дерево зажимает снизу. Пила бы широкая, здесь была зажата уже. А наша пила продолжает пилить. Она сама по себе, за счет того, что она узкая, ей достаточно места. Ее не зажимает в дереве. Очень большой плюс, я считаю. Можно я одна попробую? Ну попробуй. Мне больше интересно, если ваш. Вообще трудно это дело. О, я одна даже не могу дернуть. Потому что угол сейчас другой. Ага.
То есть надо или изначально одному человеку пилить, или двум продолжать, потому что угол сейчас у нас такой, это как сказать, тупой, а когда берешь один, то получается острый угол. Вот так делаем забил. Сейчас вернись к своей дырке. Ой, это пахнет прекрасно. Ура! Мы это сделали. Ну вот мы попилили нашей новой пилой, получили массу физической нагрузки, которую давно уже не получали, топором почему-то легче дается, но что я скажу, или вот эту пилу с собой в кармане носить, или топор, совершенно две разные вещи. Вот. А у тебя, Марина, как впечатление-то? Смотрите, отличный чурбачок такой получился. И он даже нам улыбается. Вообще, я хочу сказать, что это тяжело достаточно, когда нет сноровки. Вообще, уважаю дровосеков. Здесь, как и в любом, наверное, виде спорта, в любой деятельности, должны эти мышцы работать. То есть, когда постоянно пилишь такой пилой, да, ну или любой другой пилой, то, соответственно, мышцы развивается. И еще хотел добавить, что зубья пилы после покупки надо бы заточить. Все-таки хоть они и пилят, и заточка есть, но заточка не важнецкая. Вот сами посмотрите, думаю, будет видно. Вот я сейчас, когда приду домой, все-таки наточу дополнительно пилу. Думаю, тогда пилить будет значительно легче. Шпот побежал. Вообще, надо сказать, сегодня на улице достаточно холодно. Градусов 25. Ну, наверное. Точно. И мы так основательно согрели, что прям даже куртки хотелось снять. Так что пила — отличная печка. Отличный способ согреться, да. Вот, ну что, если замерзаете. Теперь по чаю. А теперь можно и костер уже не жечь. Мы же согрелись. Ладно. Мы человек, занимаемся... который забывает дома топор, нашел отличный способ выкрутиться. Спасибо вам, друзья, за то, что смотрите, комментируете видео. Напишите в комментариях, как у вас по видео сложилось впечатление об этой пиле. Отметьте это видео, чтобы другие люди могли тоже посмотреть, чтобы оно показалось большим людям. И подпишитесь на канал, если еще не подписаны. И, конечно, спасибо магазину Forest Tramp за такой отличный способ согреться. А мы прощаемся. Пока-пока. До свидания.